Ивановский бизнес в лицах, а лица эти как одно креативные и амбициозные. В областном центре состоялось открытие регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех», где выбирали лучших предпринимателей и муниципальные проекты. Конкурс проходит в рамках областного форума «Развитие территории, развитие бизнеса». Малый бизнес – это хребет экономики Ивановской области, это 52% в структуре экономики, это более 44 тысяч предпринимателей, которые формируют сегодня бюджет, которые сегодня являются и социально ответственным бизнесом, и меценатами. И поэтому многое сегодня на территории области делается при непосредственном участии малого бизнеса. Много обнадеживающих слов для тех, кто решил заниматься бизнесом на территории Ивановской области, прозвучало и от президента «Опоры России» Александра Калинина. Со Станиславом Воскресенским он знаком давно. И в вопросах предпринимательства и экономики в Рио губернатора более чем компетентен. Это именно получение документов на строительство, это и подключение к электросетям, это и таможенные различного рода процедуры, это и администрирование налоговое. И человек, который так глубоко разбирается вот во всех этих вещах, он безусловно выведет Ивановскую область в одно из лидеров по предпринимательскому климату. Программа форума насыщенная. Мастер-классы, семинары, обсуждения за круглым столом. Ну и, конечно, очень много историй успеха. Каждая с одинаковым началом. Перейти от наемного рабочего к своему бизнесу очень нелегко. И мне было очень трудно и долго я на это решалась. Я не знала, с чего начать, что продавать, как создавать. И однажды мои близкие и друзья, они знали о том, о моем увлечении, и как-то мне подруга сказала: «Ты начни с малого». И действительно, так появилась авторская мастерская по созданию подарков и предметов интерьера. По итогам форума будет сформирован пакет предложений по улучшению бизнес-климата в регионе. А в сентябре комплекс экономического развития презентует программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.